Завтра, 9 мая, в набережных Челнах в связи с проведением парада перекроют дорожное движение по проспекту Мусы-Джалиля. Проезд транспорта в обоих направлениях будет невозможен с 8:30 утра до 11:30 дня на участке от проспекта Казанского до улицы Центральной. Кроме того, с 2:30 до 4 часов для водителей будет недоступен проспект Хасана Туфана. От его пересечения с проспектом Мира до улицы Раскольникова. Здесь пройдет шествие бессмертного полка. 5 раз выросло за прошлую неделю количество покусанных клещами в набережных Челнах. По данным Роспотребнадзора, от паукообразных пострадали 77 челнинцев, в том числе 8 детей. По мнению специалистов, рост статистики прежде всего связан с несоблюдением элементарных правил безопасности на природе. В Татарстане медалью за доблестный труд наградят всех участников Великой Отечественной войны. Об этом сегодня заявил президент республики Рустам Миниханов. Всего награды получат 45 177 участников войны и приравненных к ним лиц. К слову, всего 5 лет назад их было в 2,5 раза больше, почти 103 тысячи человек. В июне у татарстанцев будет еще одна двухдневная трудовая неделя. Дело в том, что День России, который отмечается 12 июня, выпадает на вторник. В связи с чем рабочий день с понедельника, 11 июня, переносится на субботу, 9 июня. А на 15 июня приходится один из главнейших мусульманских праздников – Ураза-Байрам. Таким образом, работать жители республики будут только в среду, 13 и четверг, 14 июня.